субботу. Игорь Сикорский. Во всем мире его называют «Мистер Геликоптер». Что представляли собой самолеты-гиганты, русский «Витязь» и Илья Муромец? Как попали в Америку Александр Северский, Михаил Глухарев и десятки других авиаинженеров? Кто был первым изобретателем вертолета, который Томас Эдисон назвал «летающим осьминогом»? Почему с 1957 года все без исключения американские президенты летают исключительно на вертолетах Сикорского? И по какой причине нам так и не разрешили пролететь над предприятием Сикорского? Американский ликбез. В субботу в 11 утра на RTVI.